На открытии новой общественной приемной на улице Гагарина, 31, собралось много жителей Симферополя в надежде, что здесь им помогут в решении неотложных проблем. Чтобы правительство оказало помощь для лечения ветеранов Афганистана, инвалидов войны, предоставили санаторий «Ударник», и чтобы можно было покупать льготные путевки. Дом старый, дому 52-й год. Он ни разу капитально не ремонтировался, Все пришло в негодность. Чаще всего людей беспокоят нерешенные бытовые проблемы. Ремонт домов, улицы, тротуаров, запущенные дворы, стихийная торговля под окнами, лечение и госпитализация ветеранов и инвалидов. Улучшение быта населения и улучшение качества жизни, которое в дальнейшем может выразиться в исполнении наказов населения, как раз и цель наша, как членов исполкома, и довести до населения, что мы работали на вас и будем дальше работать. Эти моменты, эти приемные будут целесообразны и будут давать большой результат на решение вопросов. Члены исполкома горсовета уверены, совместное сотрудничество с активными жителями позволит оперативно решать проблемы крымской столицы и вывести ее на новый уровень развития. Ксения Яснова, Федор Бруслаев. Время новостей.